В мире реальном хаоса и зла, жизнь к приговорам обращается. Куча жести в день ломит добрых людей. Вот почему вам чуть-чуть нужен транс. Мистер Транс, 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 всех он пустит в пляс, его флюиды затронуть могут вас. С иголочки всегда на проблемы, ты глянь с угла его, все можно поменять. Давай в транс, будь в трансе, жить с песней надо, а не страдать. Живи блюзом, мир где по олдскулу, дилеммы уйдут с глаз, коль войдешь в транс. Его мама бдит и не опустит глаз, шумиха, рутина, прочая таз. Но в городе наша свет живых и отважных, всегда другое место, чтоб засиять. Мистер Транс, 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 всех он пустит, пляс его флюиды затронуть могут вас. С иголочки всегда на проблемы, ты глянь с угла его, все можно поменять. Давай в транс, будь в трансе, жить с песней надо, а не страдать. Живи блюзом, мир иди по олдскулу, дилеммы уйдут с глаз, коль войдешь в транс. Жизнь шагает, ночей маловато, дни неясны пролетают. Сеньор Транс, мистер Транс, 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 всех он пустит, пляс его флюиды затронуть могут вас. С иголочки всегда на проблемы, ты глянь с угла его, все можно поменять. Давай в транс, будь в трансе, жить с песней надо, а не страдать. Живи блюза в мир, где по олдскулу дилеммы уйдут с глаз, коль войдешь в транс. Доброго времени суток. Вы только что просмотрели видеоматериал компании «Крымский НАТ». Если вы хотите оставить отзыв о нашей работе или воспользоваться услугами нашей компании по переводу нашего или иноземного материала, то, пожалуйста, оставляйте ваши претензии или пожелания в колонке комментариев или актуальных соцсетях. Если вы хотите стать абонентом нашей компании, то, пожалуйста, нажмите кнопку «Подписаться». Если вы хотите оценить нашу работу, то, пожалуйста, поставьте лайк или дизлайк. Ваша оценка очень поможет нашей компании в продвижении. Если вы хотите получать уведомления о действиях нашей компании, то, пожалуйста, нажмите колокольчик. Спасибо за внимание и всего наилучшего. До свидания.